очередная прелесть из Поднебесной. Ух ты, как интересно. Акцизная марка даже есть. Ничего себе. Красота. Так, очень интересно. Так. Прикольная втучка. Пассатижи электрика. Ну, понятно, что здесь можно зажимать коннекторы. Здесь маленький такой уголок. Так. Прорезаем. Снимаем изоляцию. Такие очень хитрые, тонкие полозья. Ладно. Типа даже не толстогубцев, а тонкогубцы какие-то. В общем, здесь мы ее домучили с горем пополам. Что дальше может снять? Изоляцию может зачистить провод. Снимаем раз изоляцию, снимаем два изоляции. Там большое сечение даже есть. Тоже зажать можно губки сделанные. Тут, кстати, прикручивается. Запасных нет. Значит, эти можно открутить, заточить. Неплохо так для розетки алюмишку. Ну, можно будет согнуть, в принципе, довольно-таки удобная. Функции больше, чем у обычных плоскогубцев, что не может не радовать. Сейчас попробую поставить коннектор. Вот у меня тут есть один. Так, в общем и целом, да нет, нормально держит, еще так аккуратненько загибает. Так, а теперь вот этим будет вообще идеально. Конечно, не под этот провод, не под это сечение, но тем не менее пластмасску сдвинем довольно-таки неплохо. Так, надо, конечно, будет попользоваться обязательно, чтобы узнать, как оно и чего. Ну, пока мне только нравится.
вот этой. Ссылка будет в описании. Чисто, ровно, и кабель не поврежден. Неплохо, однако. В общем, как-то так. Мануфактура.